Творчество Александра Киселева, одного из крупнейших пейзажистов, видного передвижника, академика живописи, пользовалось заслуженной популярностью в широких кругах любителей искусства последней четверти XIX – начала XX века. Его пейзажные произведения, наполненные лирическим настроением, отображающие русскую, малороссийскую природу, величественные кавказские виды, хранятся во многих отечественных музеях. Их охотно покупали и маститые коллекционеры, и простые любители искусства. Работы Киселева широко репродуцировались в художественно-литературных журналах, печатались многочисленными тиражами на открытках. Такой популярностью пользовалась и картина «Забытая мельница», на которой изображен заброшенный уголок околицы деревни со старой мельницей у реки и лодкой на причале. От пейзажа, завораживающего своей простотой, веет поэзией повседневной жизни, гармонией существования людей, живущих в согласии с окружающей природой. Художник неоднократно повторял и варьировал этот сюжет. Репин писал о творчестве Киселева. Его пейзажи я назвал бы самыми цельными, простыми, при всей строгости реальной правды и знания профессорски своего предмета. Художник объективен и с одинаковой любовью восторженно поет красками и мимо движущуюся речку между камышами самой скромной местности и роскошный Кавказ и ледники. Везде он правдив и производит освежающее впечатление самой природы. Киселев был активным участником художественной жизни Москвы и Петербурга 1870-1900-х годов. Благодаря своей образованности, жизнерадостности и общительности Киселев стал, по словам историка искусства Грабаря, одной из заметнейших фигур старой художественной Москвы.